Програма «Ікрай перший музичний» вітає справжніх дослідників красивого життя. Сьогодні я, Андрій Кіше, і наша творча команда підготувала для вас такі зразки експериментального матеріалу. Що жадала побачити публіка від американської студентки? З якої причини зірки обожнюють брехати? Навіщо знаменитості примушують дітей з'являтися на публіці? Які нові види мистецтва мріють опанувати юні знаменитості? Існують артисти, творчість яких важко назвати нестандартною. Проте їхні виступи публіка неодмінно називає неперевершеними. Лишайтеся з нами і дізнавайтеся, хто останнім часом зміг привернути увагу більшої кількості музичних експертів. Після того, як у шоу-бізнесовій тусовці поповзли чутки про те, що Ліза Васабі навчається шоу-бізнесу в Америці, усі з нетерпінням стали чекати на її виступ, аби побачити голівудський рівень шоу в Україні. Проте остання презентація співачки на багатьох справила враження, що співачка ніколи не була за межами України. Сьогодні у Лізи Васабі відбувається презентація програми «Громче». От вона, собственно, ми її тут от обозначили ось таким от криком собачим. Це презентація моєї танцювальної програми. Після навчання у Штатах Ліза Васабі оголосила, що відтепер не співробітничатиме із дорослими людьми. Вони можуть працювати для людей, які такого ж віку, як Діма Климашенко, мені здається, тому що все-таки молодь – двигатель прогресу. Тепер співачка працюватиме лише із молодими професіоналами. Мовляв, лише вони здатні підхопити тенденції сучасної музики. Сьогодні буде предпрезентація моєго кліпа, який знімав молодий режисер Станіслав Морозов. Это наша такая первая с ним творческая работа, потому что сейчас у меня принцип – это работа со свежей кровью. То есть это режиссеры, музыканты, и сегодня здесь собрались люди, с которыми я работаю. Это молодые фотографы, молодые аранжировщики, потому что мне кажется, что все будущее вообще за молодыми людьми, за теми, у кого не заштампованы мысли, за теми, кто думает как-то иначе, как-то по-другому. Реальність довела, що наскільки обдарованою не була людина, брак досвіду шоу-бізнесової діяльності завжди вилазить боком. Під час виступу Лізи публіка подейкувала, що саме через надто молодий менеджмент презентація кліпу співачки зазнала краху. Хочеться все-таки більш як-то пафосно і громко це зробити і презентувати, наприклад, на каналі М1 цю роботу, все-таки, щоб її люди побачили вже по-масштабному і по-серйозному. Но сьогодні ми просто інтригуємо, от поэтому предпрезентація. Публіка подейкувала, що буквально за кілька годин перед виступом виявилося, що клуб не пристосований для публічної демонстрації нового кліпу Лізи Васабі. Так презентація перетворилася на предпрезентацію. Хтось це списав на голівудські методи розкрутки кліпу, інші – на банальний непрофесіоналізм. Я дуже відношусь як-то скептично до яким-либо піар-поводам, піар-видумкам, тому що, коли готувалися до зйомкам от цього кліпу, це був дзвінок там із серії режисеру в 3 часа ночи перед съемкой уже, давай уже все, пора ложиться спать, завтра же надо вставать. И тут у меня такой стук, что ты делаешь? Он мне отвечает, я в Достоевского топором гвозди забиваю. Ну, то есть именно, когда все происходит вот так вот по живяку, и ты потом это показываешь людям, они ну, в это верят намного больше. Зрителя нельзя обманывать. Зачем это? А коли пера зазначає, що єдиним надбанням, яке співачка дійсно привезла зі Штатів, є татуювання. А навчалася вона лише ставити батьків перед фактом, що на тілі з'явилися нові візерунки. Недавно, несколько лет назад, ситуація, коли я зробила себе в Америці татуировку, і родителям тоді не сказала, а вже приїхала, вони і самі побачили. Ну, щоб, мол, не волновались і щось в цьому роді. Сейчас я уже могу честно сказать, а мама, я себе позавчера пошла, сделала, вот у меня здесь новая под груди татуировка, ну, она уже так, ну, а что я могу с этим сделать? Ніхто не знає, звідки беруться чутки, проте навіть знаменитості не можуть втриматися від їх обговорення. Не перемикайтесь, і просто зараз ви почуєте те, про що останні дні говорить весь київський бомонд. Заради красивого життя та високих гонорарів артисти брешуть настільки часто, що іноді самі не можуть відрізнити правду від вигадки. Проте іноді їм подібне життя настільки набридає, що вони готові покаятися перед фанами за свої витівки. Ні. Ну, существуют, во-первых, женские уловки. Ты как бы не врешь, но ты периодически хитришь. Да, это как бы для женщин можно. Почему бы и нет? Для мужчин нет. Для мужчин надо быть правдивыми. Ну, мы любим правдивых мужчин. Ну, наверное, тут нужно как-то совместить
Потому что все-таки артист не должен говорить все то, что творится в его жизни. Это было бы, во-первых, неинтересно, во-вторых, наверное, неправильно, и в-третьих, просто, наверное, немножечко некультурно. Вот. Врут все люди иногда для того, чтобы, возможно, кого-то не обидеть. Мне нравится, правда? Когда можно сказать, что я просто шучу, когда ты врешь. Супер. Ну нет, а мне нравится говорить правду в шутках. Ну типа, как бы, ты была там? Конечно, была. А все так думают, ну ладно, я понимаю, что не была такая. Конечно. Послушайте, вы знаете, что на самом деле там что-то доказано, что человек ежедневно врет там минимум... 10 раз. Нет, минимум 25 раз. Потому что когда у человека спрашивают, как дела, он говорит, хорошо. А на самом деле, ну не у всех же все хорошо всегда. Понятно, что ты должен говорить какую-то правду, да, ты не будешь полностью там врать, потому что, ну, есть люди, которые как-то косвенно к тебе прикасаются, и они же знают, чем ты занимаешься. Вадим Олейник очень любит, когда ты спрашиваешь его, Вадик, тут лежала курица, ты съел ее? Нет, я не ел, такой... А тут у меня курица, куриная ножка свисает. Есть, да, артисты, вокалисты и актеры. Все это вместе как бы является, наверное, как бы, да, там артистом. Поэтому все врут. Артисти стверджують, що частіше за все їх примушують брехати про своє життя продюсери. Іноді це їм настільки набридає, що вони навіть із радістю йдуть від наставників за першої ліпшої нагоди. Ну, ви знаєте, чесно сказати, дуже приємно бути в стані, коли ти дійсно нічого не придумуєш. А це стані відбувається тоді, коли ти становишся незалежним. Вот. Так как мы расстались с нашим продюсером, то сейчас наше направление как раз без вранья и без напущенности. Да, без напущенности. То есть приятно быть такими, какими мы являемся на самом деле. Если бы мы были не звездами, не группой «Армия», может быть, мы так много не говорили о себе, как говорим сейчас. Да, вот это правда. Это правда. Это правда. И серьезно, очень приятно, как говорится, делать все по факту. Ты сделал, и уже потом об этом говоришь. Все врут, и все будут врать, и это правильно. Он нравился нам всем, просто наши творческие взгляды в один прекрасный день начали расходиться. Во-первых, закончился контракт, а во-вторых, разошлись творческие идеи, и мы как-то увидели два разных пути, у него свой путь, у нас свой. И видите, мы ничего не приукрашаем и не скандалим. Абсолютно. Да? Абсолютно честно говорим вам, потому что мы в правда-баре. Но это прекрасно, потому что у нас своя правда, а у Юры своя правда. Якщо одних артистів примушують брехати, інші продюсери брешуть заради того, щоб зробити їх знаменитостями. Коли ми в групу, наприклад, прийшли, нам сказали, що це ненадовго. Я думаю, что ложь во благо должно быть такое, это должно присутствовать, потому что есть такие ситуации, которые лучше не то чтобы не сказать неправду, а что-то не договорить. Это же не будет считаться неправдой. Звезды тоже часто пользуются, да, этой уловкой иногда, врать во благо своему пиару, и в принципе это, по-моему... Приветствуются даже в нашем мире, к сожалению. Якщо більшість знаменитостей нормально ставиться до власної брехні, то просто шаленіє, коли читає про себе нісенітниці у жовтій пресі. У нас как-то был инцидент, там где-то чуть ли, ну, такая аварийная ситуация, когда мы ехали в дороге. На концерт ДТП было, да. То есть это было, да, ДТП, но в прессе это настолько просто раздули сразу, мгновенно, что... Мамы позвонили в истериках, говорят, боже, что, да, уже в реанимации, где вы, в поликлинике, я приеду. Ну, то есть ушиблись девочки, правда, там и головой я ударилась, а-ля коленка, там разбила все. Ну, то есть до такой просто степени это слишком уже. Или, например, часто я придумываю, что кто-то беременная, там одна, вторая там замуж выходит. Ну, это обычная желтая пресса. У ситуації, коли у шоу-бізі усі одне одному брешуть, артисти запевняють, що самі вони говорять неправду лише у крайніх випадках, більшість із яких лишилася у дитинстві та невдалих стосунках із протилежною статтю. В дитинстві я... Скажу честно, врал немножечко родителям, вот. Ну, а там, что касается учебы, там, что касается каких-то моментов, там, когда гулял, когда пришел домой, там, вот, там, сколько взял денег со шкафчика. Вот, какие-то такие моменты, но это все осталось в детстве. Я не думаю, что мужчины врут чаще женщин. В жизни бывает всякое, и бывают ситуации, даже когда зависит от жизни и смерти. А поэтому вранье во благо возможно, почему бы и нет. Не стоит выдавать всю свою личную жизнь вот, на показ. Вот это действительно... Это может быть даже
история как бы правдивая, но ты там что-то еще, так сказать, подрисовал, подкорректировал. Если ты скрываешь правду, то это не означает, что это ложь. Я люблю больше говорить, что я не договариваю, а не вру. Вот я чуть-чуть не договариваю. Артисти стверджують, щоб остаточно не заплутатися у світі шоу-бізнесової брехні, потрібно бути чесним хоча б із самим собою. Тож, якщо ви мрієте про зіркове життя, пам'ятайте, як важливо бути щирим. Чим більше думок висловлюють дослідники шоу-бізу, тим легше усвідомити істину. Тому ікра звертається до вас бути особливо уважними під час перегляду наступного сюжету. Адже побачене може кардинально змінити усвідомлення про красу по-українськи. Привет, с вами я, Катя Тарута. Дети тоже хотят красиво одеваться, поэтому мы сегодня на показе детской моды, где в качестве моделей выступят дети украинских знаменитостей. Я горда тем, что сегодня на показ пришел папа Глеба. Он тоже в прошлом ходил на подиуме, и мне было приятно, что сын будет знать, что мама, папа, мы в зале, что мы его поддерживаем. Должен был участвовать Виталик, но у него соревнования по футболу сегодня, и наш показ отменился. Ваша дочка сегодня участвует в показе? Да. Волнуется? Нет. Волнуется, чтобы коктейль достался, и чтобы от коктейля капли не попали на костюм новый. А ваш сын не переживал перед выходом на подиум? А вы увидите сейчас все сами. По-моему, имея такую маму и папу, переживать вообще не о чем. Это моя первая коллекция детская, и работать с детками, я для себя это поняла, это что-то необыкновенное, чистое, искреннее. Они настолько разные. Більшість дітей мріє прославитись. Проте лише малюкам знаменитостей пощастило отримати нагоду втілити задум у ранньому віці. Втім, далеко не усі зіркові матусі впевнені, що публічне життя може стати для малечі щастям. Ви знаєте, і печальний опит всіх знаменитих дітей, теж один вдома, да, мальчик, який... Теперь он там, ну, наркоман или что-то такое. Ну, совсем у него там печальная судьба. Поэтому я считаю, что у детей должно быть детство. И не надо их втягивать во взрослые вещи. Готовить ее заранее к звездной жизни, к популярности. Я не очень люблю это дело и на самом деле не очень поощряю. У меня Маша ходит в музыкальную школу, она ходит на танцы и ходит в театры при школе, но все это в рамках общеобразовательного курса. Никаких звезд, никаких клипов, ничего подобного нет. А почему? Хочу, чтобы у нее подольше было детство. Ну, я вообще не приветствую на самом деле. Я считаю, детям надо прививать немножко другие вещи. Вот спорту, каким-то туризму, не знаю, там, покорение вершин. А хождение по светским мероприятиям, кроме мусора в голове у ребенка, ничего, да. Невозможно не поинтересоваться, почему звезды заставляют своих детей выходить на подиум, а значит вести не совсем детский образ жизни. Он уже принимал участие в показах до этого. Был когда-то показ новогодних карнавальных костюмов. Он был джедаем с мечом. А потом был показ Силантьев. Денис сделал формы. Вы ее заранее готовите к звездной жизни? Да нет, у нас нет такого понятия подготовка к звездной жизни. Маша, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Аня. Ну, я хочу стать, как мама, продюсером, певицей и актрисой. Аня. Когда он вырастет, какую профессию вы ему посоветуете освоить? Он хочет быть писателем. Ну, я не знаю, это нужна практика, нужна печатная машинка, потому что, скажем, в компьютере он не хочет печатать. Хочет, как настоящий писатель, писать рассказы. Ну, мне очень приятно, хочу когда-нибудь увидеть эту книжку своего сына. Якщо одні батьки вважають, що вихід на подіум допоможе малюкам стати зірками, інші дозволяють їм це робити просто заради впевненості у собі. Раніше немножко негативно это сказывалось. Ах, ти з сім'ї такой-то, а вот тебе так-то будет на зло будем делать так. Ну, сейчас этого нет. Ну, естественно, есть какое-то, может, легкое предвзятое отношение к ней из-за того, что там родители известные люди. За каждым ребенком, которого продвигают вот так, стоят родители. Ну, ребенок же не сам ходит по салонам, ой, в смысле, по журналам и себя, так сказать, преподносит. У него есть родители, у него есть
там агенты, которые родители нанимают, если мы говорим о Европе. Если говорить о наших, ну я таких детей наших не знаю. А, знаю. Помните, у нас была Алина Гроссу? Была, есть, сейчас это уже девушка. А вторая была девушка Ассоль. Ну, так и у тех, и у других их толкали родители. Причем последнюю девочку мне просто жаль, реально жалко, потому что искалеченная судьба у ребенка, и у нее явно нужда, ну, ей надо работать с психологом. А что дают детям вот такие показы, участие в светских мероприятиях? Уверенность в себе, потому что другие одногодки, наверное, не могут быть в таком прекрасном месте, в кругу вот таких вот прекрасных журналистов и камер. Это все практика, потому что если ребенка звездного держать много дней, лет, не показывать его, не давать возможности ему сказать два слова. У нас Глеб дает интервью с 6 лет, поэтому это нормально. Сегодняшнее мероприятие просто не могло пройти плохо, потому что в нем принимали участие дети, которые всегда и везде дарят нам улыбки. Найгламурніший сюжет за думкою експертів шоу-бізу ми, як завжди, лишаємо наостанок. Дивіться і насолоджуйтеся чарівним блиском красивого життя. Час від часу в столиці України проходять події, які називають себе унікальними у своєму жанрі. Так, нещодавно у театрі оперети відбувся «Пол Арт» – спектакль, який організатори назвали першим у світі. Класичне произведення – це завжди цікаво зрителю. Вот, поэтому мы взяли за основу произведение «Жюль Верна», за 8 дней вокруг света, и нужно же насыщать новой свежей начинкой. Да, это все. Поэтому мы интерпретировали это под нас, под украинского зрителя, под украинских артистов, и назвали это «За 8 дней до конца света». Представители «Пол Арт» шоу со мной связались, и мы решили посотрудничать, и на моем сольном концерте даже выступали парень и девушка, танцующие на пилоне. Да, это было очень красиво. Ну вот и сегодня я решил поддержать их, прийти посмотреть, зарядиться энергией. Что-то новое для себя открою сегодня, я уверен в этом. Будет очень много разных хореографических направлений. И контемп, и балет, и такой а-ля Бродвей. Много всего комбинированного, миксованного. Ну и, конечно, сам Пол Арт Дэнсинг. Ни разу не посещал подобного рода мероприятия, потому что мой мозг сейчас полностью чист. Это спорт, художественная гимнастика, искусство, я считаю, 21 века. Мізки гостей взривалися в очікуванні шоу, адже було важко збагнути заяви організаторів про його оригінальність і водночас факти, які свідчать про давнє існування цього напрямку хореографії. В цьому шоу приймають участь чемпіони Європи по поло-арт денсингу, українські. Ну, в основному это наш состав украинский, очень талантливых, молодых артистов, начинающих. Перспективных, да, которые в дальнейшем станут мировыми звездами, мы в этом просто уверены. То есть артисты собраны с разных областей, регионов, не только с Киева. Со всей Украины собраны, они здесь живут, разных они здесь репетируют. И мы как бы объединяемся, становимся одной большой семьей. Не дивлячись на плутанину деяких гостей, не спонтеличувала ситуація, у якій танцюрист може бути чемпіоном Європи у жанрі, який презентується нібито вперше у світі. Это впервые в Украине. Вы видели в Украине другие пол-арт, назовем это так, фестивали или перформансы? Я не видел. Не дивлячись на пафосні заяви, для звичайного глядача шоу виявилося хоча і якісним, та все ж невиразним у порівнянні із численними танцювальними телепроектами. Не дивно, що в більшості перформанс нагадував не театральну постанову, а звичайний стриптиз. Нужно понимать, что это арт-движение, правильно, и придать этому что-то более продвинутое, нежели стриптиз, это мое мнение. Когда проводится параллель с пилоном, не так-то просто там за один концерт, за два, за три, за четыре, за пять, да, переубедить зрителя, что это действительно акробатика, что это спорт, и это можно совмещать с искусством. Само по себе явление пол арт дэнсинг, оно достаточно новое и свежее. Это не просто танцы на пилоне, это хореографические постановки,
абсолютно лишенные всякого подтекста, связанного со стриптизом, то, что люди привыкли ассоциировать с пилоном. На стриптиз люди приходят посмотреть, у которых не хватает, да, секса в жизни, скорее всего, это мое мнение. И они приходят посмотреть на красивые тела, красивые мужские и женские тела. Незважаючи на юний вік, представник дуету братів Борисенки виявився справжнім шанувальником відвертих танців. Тож видав своє оригінальне резюме Пол Арт Шоу. Мое мнение, что стриптиз — это такое же искусство, как и хип-хоп. На цьому наше вишукані дослідження завершено. Та вже рівно за тиждень ми підготуємо для вас нових зірок у якості піддослідного матеріалу. До зустрічі!